Изольда, а это наши кукла-палки. Вам никогда не доводилось портить чужие вещи? Знаете, как потом стыдно отвечать за свои поступки? И оправдывает нас всего лишь одно. Все, что не делается, делается к лучшему. Ну уже, Рози, быстро, иди сюда. Да что тут такого срочного-то? Ну, ты же у нас ценитель искусства. Я тут скопала нычку, где Ленка держит свои рисунки. Да ну, открывай! Все равно, мне не нравится эта идея Дьюса держать свой приезд обратно в секрете. А что в этом такого? Я бы на его месте тоже бы заставил скучать ту, которая мне нравится. Посидит одна, подумает и все поймет. Какая красота! Ох, наступит он на те же грабли. Нет, Шон, что ты наделал? Девочки, без паники. Кабан сейчас все уладит. Ну... Кабан, что делать? Мы частенько портачим, но все улаживал Дьюс. Надо бы думать. Отличная идея с девичником, Мэйзи. О, не надо благодарностей. Подушки, вкусняшки, болтовня ни о чем. Что может быть лучше? Кстати, чем себя займем? Сыграем в твистер? Сделаем маску для лица и пойдем всех пугать. Вызовем красного гномика. Тогда уже дождь из мужиков. А давайте поговорим о мальчиках. Вот вам кто нравится? Мне Вуди, он такой взрослый и сильный. Да, давайте. Начинается. А чего тебе, Офра, тема-то не нравится? Тут же все свои. Расскажи нам, кто же нравится нашей любимице. Да, расскажи. Дафна, не нарывайся. Хотите, тогда я вам расскажу. Добром это явно не кончится. Так вот, нравится ей. Дафна? Мой парень, мой Дьюс. Нет, ну вы представляете себе? Ну все, ты нарвалась. Да как ты посмела, стерва? Я тебе сейчас все волосы повыдираю, кошелка. Получай. Объясните, новенькая, что за персона такая рядом с моей сестрой? Ну как, это же Дафна? Ее все боятся. А, псевдокоролева. Настоящее зло куклополок. Ага. Ха. Значит, вы еще не видели настоящее зло. Карандаш? Да, капитан. Резинку? Так точно, капитан. Ну че, похоже? Шикарно. Да ты художник от бога. Смотрите, девчонки, мы все уладили. Ну, похоже. Да, Рози? Мои глаза. Прячьтесь, она идет. Агентство по поиску юных талантов вас слушает. Елена, по объявлению. Вы сказали, что есть конкурс, в котором 5 работ, понравившихся вам художников, попадут на недельную выставку в вашей картинной галерее. Я уже готова показать вам прямо сейчас. Что ж, желаю вам не разочаровать меня. Это шедеврально! Что? Какая экспрессия! Какие штрихи! Далекий неповторимый стиль детства! Это то, чего так не хватало нашей галереи! Принесла. Поздравляю! А вы Офру не видели? А чей искать-то? Как всегда, на гитаре играет. Что же с нами приключилось? Ничего не изменилось, но пустым стал этот дивный край.
глаза увидеть эти, чтоб услышать этот дивный смех. Не плевать, как это сложно, пусть твердят, что невозможно. Слышишь, снова я вернусь к тебе. Хочу сказать, поверь. Ну зачем даже жить, все бы взять и изменить. А сейчас ты далеко, что делать мне теперь?